В этом году исполнилось ровно 75 лет победы в Великой Отечественной войне. И эта дата навсегда останется в истории как самая грандиозная по своему масштабу и значению. Ведь советский народ выстоял и победил, несмотря ни на что. Сегодня мы еще раз вспомним тот бесценный подвиг – подвиг советского солдата. Документы, письма, награды и самые ценные воспоминания о страшных событиях. Бавлинский краеведческий музей вот уже много лет хранит память о тяжелых испытаниях для страны и о людях, которые эти испытания вынесли. А все началось в далеком 1941 году. Тогда никто и не думал, что начнется война. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Как и все советские люди, в начале войны все наши бавлинские героически сражались за нашу Родину. Вот в экспозиции каждый документ, каждая фотография и каждый предмет имеет свою историю. В начале войны на каждом доме, практически на каждом доме, висел плакат «Родина, мать зовет», призывающий народ встать на защиту нашей Родины. Фотография выпускников Потапа Тумбавлинской школы, она была напечатана 15 июня 1941 года. Здесь счастливые, радостные лица выпускников, которые даже не подозревают, что через неделю начнется война, и многим придется уйти на фронт. По официальным данным, в Великой Отечественной войне погибло 27 миллионов людей. Из нашего района ушло на фронт около 8 тысяч бавлинцев, а вернулось всего около 2,5 тысяч. Одними из них стал наш земляк Василий Ефимов. Василий Павлович, он воевал под Ленинградом. После войны вернулся живым. Долгое время он у нас работал в музее еще. В 90-е годы работал он сторожем у нас в музее. И очень много рассказывал о своих переживаниях, о своих голоданиях, как они голодали во время войны. А вот еще один наш земляк, уроженец села Сергапова, Мусагит Хабиров. Он тоже ушел добровольцем на фронт. Вернулся, воевал на разных фронтах. Закончив 10 классов, в 1941 году Мусагит Хабиров добровольцем ушел на фронт и попал в состав 7-го воздушно-десантного корпуса. Под Сталинградом в 1942 году получил первое ранение, в 43-м на Южном фронте второе. Провел в госпитале 8 месяцев и в 1944 году был комиссован. Награжден орденом Великой Отечественной войны и многочисленными юбилейными медалями. Вот когда эти люди были живы, мы организовывали много встреч с участниками войны. К сожалению, сейчас уже участников войны очень мало, живых участников войны. Их вернулось в нашу страну, то есть бавлы около 2500 человек. Были на войне и женщины. В Великую Отечественную войну они так же, как и мужчины, принимали на свои плечи все фронтовые обязанности. При этом они были не только медсестрами и спасали раненых на фронте бойцов, но и солдатами, и даже офицерами. Яркий пример – еще одна наша землячка Наталья Кочеткова. Уроженка Китозера, села Китозера нашего Бавлинского района. Но еще в начале войны ее брат служил в армии, он был уже офицером. А еще на семью, в общем-то, обрушивается еще одна такая трагедия. Умирает мать Натальи Федоровны, и смерть мамы наталкивает ей уйти на фронт добровольцем. И здесь в экспозиции представлено заявление Натальи Федоровны от 30 июня 43 года, где она просит уйти добровольцем на фронт. Наталья Кочеткова была радиотелеграфисткой в зенитно-артиллерийском полку. По трудным дорогам войны она со своим полком прошла от украинского города Бахмач до Чехословакии. Пока одни сражались за родину, другие работали в тылу. И только письма были связующим звеном между ними.
о чем писали друг другу во время войны и как сложилась судьба тех, кому они были адресованы. Во время войны вся тяжесть легла на плечи женщин, стариков и детей. Женщины работали на полях, на заводах, на фабриках. В свободное от работы время они собирали теплые вещи, вязали носки, варежки, шили вот такие вот кисеты и отправляли на фронт. Но женщины, конечно же, также поддерживали своих мужей, отцов, братьев, сыновей письмами. Я вот приготовила вам письма, фронтовые письма, переписки Покровской Тамары Ильиничны с ее супругом. Покровская Тамара Ильинична во время войны работала у нас в Бавлах главным врачом в поликлинике. И вот здесь мы представили вам письмо. В каждом письме надежда и вера, что муж ее вернется с войны, с Великой Отечественной войны. И эти письма пишутся, они так просто пишутся, бесхитростным языком таким пишутся, их все интересует, их все волнует. Угу. Вот даже эти письма нельзя считать без слез. Комок в горле образовывается. Даже вот сейчас прослезилась. Если смогу, прочитаю вам отрывок из письма. «Милая Тома, напиши подробно, как прошла встреча Нового года. Как оформлена была елка? Я надеюсь, что ты им делала его». То есть он имеет в виду детей здесь. Угу. «Крепко обнимай и целуй за меня, Натусю и Вовочку. Скажи им, что папочка скоро приедет. Обязательно приедет и привезет в гостиницу». Стандартной формой переписки во время войны были письма-треугольники. При помощи их поддерживалась связь между солдатами, воюющими на фронте, и их родными. Треугольники сообщали о том, что солдат живой, но могло дойти и страшное известие. Такие письма часто заменяли похоронку. Конвертов не хватало. Вот в такой-то, в такой-то обстановке образовалось, родился, так скажем, треугольники, фронтовые треугольники. Их назвали солдатскими треугольниками. Ну, они складывались простенько из простого листочка бумаги. Сначала они заворачивались вот так вот справа налево, потом наоборот, и эту часть заправляли вот вовнутрь. Угу. Письма, конечно же, проверялись. Если солдат написал там, где они служат, в каком месте у них идут бои, то, конечно же, цензуры эти места вычеркивались для того, чтобы немцы не знали, где сейчас, в каком месте находятся наши солдаты. На войне наши солдаты часто попадали в плен к немцам. Известно, что в начале войны в плену оказалось более 3 миллионов советских военнослужащих. Я не могу не говорить о Долгове Петре Ильиче. Сразу же в начале войны он попал в плен. И вот когда их переправляли во Францию, он бежал из плена и попал во французское сопротивление. И до конца войны он воевал в французском сопротивлении. А в 1950 году его репрессировали. И вот долгие годы, до 80-х годов, он жил с такой ношей. Мы его приглашали на встречи к нам с детьми, но он не мог рассказывать. Он сначала нам рассказывал, потом мы пересказывали детям. Не мог почему? Почему? Потому что он очень сильно переживал, потому что до 80-го года, человеческий фактор. Люди на улице, дети даже на улице кидали ему камнями, потому что людей, которые попали в плен во время Великой Отечественной войны, их считали предателями. Mm-hmm. Вот хотя он никакой не предатель, вот его считали предателями. А вот в 80-м году, благодаря сотрудникам Краеведческого музея и благодаря сотрудникам военкомата было написано письмо во Францию, и получили письмо о том, что он никакой не предатель, он обычным простым солдатом воевал во французском сопротивлении. Неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли разведчики. Один из наших земляков – Гемизидин Емельдинов. Он часто ходил в разведку и всегда возвращался целым и невредимым. В конце 1943 года Емельдинова призвали в действующую армию, а в марте 1944 он стал настоящим солдатом. Обучали их военному делу в Уфе, а потом в составе запасного полка отправили в Белоруссию. Первое боевое крещение Гемизидин получил в 40 километрах западнее Будапешта в декабре 1944 года. В составе 1-го и 2-го украинских фронтов вместе с боевыми друзьями Емельдинов прошел путь от Будапешта до Праги. Принимал участие в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии. У него было прозвище такое «Счастливый татарин». Он был разведчиком, и вот когда его отправляли на разведку, он всегда выполнял
задание. Задание, всегда выполнял задание и всегда возвращался живым. И поэтому его товарищи любили ходить с ним на разведку. Вот поэтому у него было такое прозвище. Но мы его тоже приглашали на встречи. Очень такой юморной дедушка. Очень интересно рассказывал он детишкам о своих происшествиях во время Великой Отечественной войны. Нельзя не упомянуть и о героях. Наша Бавлинская земля подарила нам 4 героев Советского Союза. Их бюсты расположены напротив Вечного огня на площади Победы. Вот они, памятники к 40-летию Победы. Двое из этих героев не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. Это Зиновьев Иван Дмитриевич и Панарин Михаил Петрович. Зиновьев Иван Дмитриевич, он был одним из первых героев Советского Союза нашего Бавлинского района. Родился он 17 января 1905 года в деревне Дубовка. В многодетной семье он родился. Начиная с 1927 и до конца своей жизни, его судьба связана с армией. Иван Зиновьев был командиром роты 4-го пограничного полка. Он отличился при охране фронтовой коммуникации у села Уома. 10 января 1940 года его рота была окружена 2 батальонами противника. Будучи раненым в бою, мужественный офицер продолжил руководить обороной. Около месяца рота отбивала яростные атаки врага. В ночь на 12 февраля 1940 года капитан Зиновьев улег бойцов в контратаку и после прорыва обороны врага вывел роту из окружения. Звание героя Ивана Зиновьева было присвоено 26 апреля 1940 года. Следующий наш герой, который тоже не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны, это Панарин Михаил Петрович. Он родился 21 ноября 1918 года в селе Крымсарай. В голодный 21 год его семья переселились в Сибирь. На фронтах Великой Отечественной войны Панарин Михаил Петрович с сентября 1943 года. Он был помощником командира взвода разведки 106-й гвардейской отдельной разведывательной роты. За подвиг при форсировании Днепра, за смелые действия в тылу противника Михаил Панарин был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза. Следующие два героя, Евсеев Гавриил Петрович и Шарипов Фатых Зарипович, они вернулись с войны живыми. Но, к сожалению, уже живых никого нет, героев Советского Союза. Евсеев Гавриил Петрович родился 15 мая 1914 года в селе Потапово-Тумбарла. Гавриил Евсеев на фронтах Великой Отечественной войны был с ноября 1941 года. Командир дивизиона минометного полка майор Евсеев 17 апреля 1945 года умело организовал переправу дивизиона через реку Одер в районе населенного пункта Нойглицен, недалеко от Германии. Оперативно установил связь с стрелковым полком, успешно поддерживал огнем бои по расширению плацдарма. Звание Героя Советского Союза Гавриилу Петровичу присвоено 31 мая 1945 года. Так, следующий наш герой, который вернулся живым с фронтов Великой Отечественной войны, это Шарипов Фатых Зарипович. Родился он в деревне Байрак-Атамак 21 января 1921 года. На фронтах Великой Отечественной войны он с июня 1942 года по сентябрь 1944 года. Старший лейтенант Шарипов уже 25 июля принял свой первый бой. Потом их было много – танковые сражения на Курской дуге, тяжелые сражения на Донбассе. Отчаянный героизм он проявил при форсировании Днепра. За мужество, смелость и героизм Фатыху Шарипову 10 января 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза. Ежегодно проводится масса мероприятий, посвященных Дню Победы. Отмечаются даты освобождения городов и ключевых сражений. Также работают поисковые отряды, до сих пор находя доказательства самой кровопролитной войны. И тысячи солдат до сих пор еще лежат под тонким слоем листвы. И вот современные поисковые отряды ездят на вахту памяти. Они занимаются поисками солдат, пропавших во время Великой Отечественной войны, дальнейшим захоронением останков этих солдат и поисками родственников этих солдат. Вот наши ребята тоже, когда были в Новгородской области, нашли около 80 медальончиков и определили, в общем-то, без вести пропавших солдат. Но там была одна команда, большая команда, не только наша, а республиканская команда. И наши ребята были в составе этой команды. Вот они нашли 80 таких медальончиков, установили имена солдат. Поисковики из небытия вернули и наших земляков Бавлинского района, которые пропали во время войны. Несколько лет назад
торжественной обстановке был передан медальончик и вкладыш медальончика без вести пропавшего человека с нашего района. Это Абдуллин Минулин Абдулла Минулович, он житель села Потапова Таттумбарла, его дочери. Он считался без вести пропавшим 73 года. Вот через 73 года поисковики Харьковской области Барвинского района нашли его останки, местный житель его нашел, и в медальончике сохранился и вкладыш, к счастью. Вот. И этот медальончик был передан его дочери Ландышапа. Она пришла к нам в музей со своими уже правнуками, и медальончик передал ему глава администрации Рамиль Хакимович. Вот. Еще в 2003 году был найден, я говорю только о тех медальончиках, которые находятся у нас в фондах, Ибрагимов Кутуз Ибрагимович, он из села Исыргапово, тоже нашли по медальончику, он тоже похоронен в Смоленской области, перезахоронен в Смоленской области. К сожалению, прах привозить не удалось мне уйти, но на могилу к Кутузу Ибрагимовичу ездили его родственники. В Крывичском музее хранится дневник одного из членов поискового отряда. В тонкой зеленой тетради он записывал все подробности поисковой работы. Первый день поиска, вот 2 мая 89 года, первый день поиска, позавтракали утром в 9 часов, построились на развод, получили задание прочесать местность между деревнями. Так, Малые Заморшье и Большое Заморшье, это, наверное, название деревень, до обеда прочесывали каждый квадратный метр, так как опыта еще нет. Скрыли, наверное, несколько воронок от мин, нашли много осколков, останков не было. Пока мы вскрывали и выкатывали одну из воронок, Ренат Радисович, это Нуриев, он был их руководителем, нашел большую воронку от авиабомбы. Начали качать воду ведрами, рядом лежали термос, банка из-под термоса, ящик из-под снарядов и много осколков. Сели обедать, пообедав, откачали до конца воронку, нашли 18 пулеметных дисков и 3 сумки из-под дисков. Чуть дальше наткнулись на бывший дом. Недалеко от него лежал череп, пробитый в 3 местах. Начали вскрывать дерн, подняли все останки, принесли в лагерь и сдали 8 могильник. Сдали в могильник, получили ужин, поехали и легли спать. Это вот один день. Тема Великой Отечественной войны с годами не теряет актуальности в нашем обществе. Народ помнит и гордится подвигом своих предков, ведь без памяти о прошлом нет будущего. В город на дым требуются повара, пекари, кухонные работники. Обращаться по телефону +7 902 62 68 976.
На работу в кафе требуются повара, продавцы, кухонные работники. Телефон 8 937 836 2113. Природа России уникальна. У нас пятая часть лесов земли. У нас четверть всех запасов пресных вод мира. Треть мировой флоры и фауны находится в нашей стране. Сохраним природу вместе. Узнай как. Пройди «Экодиктант». Проверьте свои экологические знания на портале «Экодиктант.рус». На работу в кафе требуются повара, продавцы, кухонные работники. Телефон 8 937 836 2113. В город на Дым требуются повара, пекари, кухонные работники. Обращаться по телефону плюс 7 902 62 68 976. Привет, я Сахарок. Сахар есть почти везде. Во фруктах, десертах, соках и газировке. Глюкоза в составе сахара – необходимое питательное вещество для нашего мозга, как горючее для автомобиля. Без глюкозы люди не смогут обойтись. Но иногда мы едим сахара слишком много, и это может навредить. Сладкие продукты высококалорийны, но дают кратковременное чувство сытости. Превысить с ними норму калорий очень легко, а это может привести к ожирению. Ожирение является фактором риска развития сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. А еще сахар портит зубы. Бактерии, живущие во рту, питаются сахаром и выделяют кислоты, разрушающие эмаль. Чем больше сахара, тем больше кислот. Чтобы принести пользу своему здоровью, ешьте не более 5 чайных ложек сахара в день. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. We'll be right back.